Все, продолжаем готовиться к Кубку Приднестровья. У нас новый судья Танасюк Эдуард. Слева у нас кочевая Таня, 15 лет. И справа Маршан Никита, 14 лет. Сейчас начинаем. Первый поединок на правой руке. А, на правую мы были. А может еще раз на правую? Сейчас. Хорошо, на левой давай. Судья. Го! Все, деда. Кто победил? Таня победила, все. Судья, видишь, болеет за меня. Слабую половину, так сказать. Все, ладно, не будем больше вас травмировать. 1-1. Переходим на правую руку. И у нас продолжает проверять схватку Танасюк. Кто трещит там? Аккуратно. Все, достаточно, чтобы не задача. Отдыхайте. Ну, в общем, нормально. И главное, что Никита сильный парень, это человек получается хорошо. Давай, Эдик, пока. Пятый подход сделай. Давай, 5 раз сделай. 1, хорошо. 2, 3, 4. 5. Ну хорошо, техника. Все, переходим туда. И у нас новый спортсмен Шевчук Евгений. Первый раз сегодня пришел. В общем-то, хорошо. Доводи до 12 повторений. Сегодня перед тренировкой, потому что будешь по одному, по двух ходу делать только. Никита, ты готов сразиться еще раз? На правую руку. Все. Давай, строй их там, Эдик. О, видишь, самое главное. Ухвалу получил. Все, идем дальше поборь. Кино снимаем исторически. Вторая тренировка у нас. Нет. Так, и громко, четко говори, Эдик. Давай. Оп. Все, видишь, набрался сил, все. Таня. Ну правильно, так должно. Мальчики должны сильнее быть. Правда, она старше. Стоп. Все. Все. Рука не болит? Все. Нормально. То завтра тренировка.